Душ по расписанию. Так было раньше. В Обояне, наконец, решили проблему с водой. За последние несколько лет там построили 3 новых скважины. Теперь важнейшего для комфортной жизни ресурса хватит всем. В этом убедилась Ангелина Рязанцева. Оксана вспоминает, еще недавно приходилось ездить за водой к колодцу. Того, что текло из крана, не хватало на самые элементарные нужды. Воду давали по часам, то есть это было крайне неудобно. И давали, если давали, она текла совсем маленькой струйкой. То есть газовая колонка не загоралась, было невозможно ни помыть посуду. Стиралась машинка очень долго. Проблема с обеспечением водоснабжением города возникла в 2014 году в связи с вводом в эксплуатацию станции третьего подъема. Вот, образовался дефицит воды. Чтобы воды хватало на всех, потребовалось построить 3 новых скважины. А это почти 14 миллионов рублей из областного бюджета. Теперь жизнь кардинально изменилась, признаются обоянцы. Сейчас приходишь в свободное время, легко и быстро включаешь все и пользуешься. Есть больше времени погулять с детьми и заняться своим личным временем. Сегодня Обоянь обслуживает 12 водозаборных скважин. На 13,5 тысяч жителей этого вполне хватает. Ангелина Рязанцева, Антон Латышев, телеканал «7».